Не понимаю, какое ей дело? Гвен даже не заметит, если я просто... Ух ты! Это что, динозавр? А это человек-кот! Где-то я его уже видел. О, вот этот выглядит потрясающе. Ну что ж, пожалуй, начнем скачка! О, кажется, мы попали в зону турбулентности. Дети, вы в порядке? Кто тут ребенок? Не ты. Ведь ты инопланетянин. Кто инопланетянин? Все хорошо. Эй, крутой пришелец, да? Бен, ты ведь понятия не имеешь, на что он способен. Так и вертолет погубить недолго. И погубил же. Пора устроить испытание для этого нового парня. Уверен, что он суперсилен. Может, даже мощнее, чем силач. Назову его большим парнем. Или Брауна. Или... Так он не так силен, как я думал. Бен! Он сломался, Бен! Будет трясти, дети, пристегните ремни безопасности. Я понял, дедушка. Бен! Смотри, как он, Бен! Бен! Поберегись, гляди, как могу. Ух ты, твои половинки вдвое сильнее оригинала. Ой, и в два раза тяжелее, судя по всему. Я одного не пойму, кто здесь за главного? Это ты, я или я, ты? Я думаю, мы оба вдвоем. Супер! Можешь угадать, о чем я думаю? Встанем на плечи друг другу, наденем пальто и проберемся на фильм детям до 12. Нет, я когда... Да неважно, так гораздо веселее. Тебя не слушаются, Бен! Я все контролирую! А теперь что стряслось? Вы как там, ребятки, не упали? А это еще кто? Новый пришелец Бена. Пришельцы. Это же поразительно. Самокопирующийся пришелец. Бен, шлепки не слушаются. Меня зовут не шлепок. Ты шлепнул его, и он раздвоился, по-моему, имя подходящее. Решим вопрос голосованием. Кто против? Есть. А кому нравится имя шлепок? Мне. Мне тоже. И мне. Я так к нему привык. Предатель! Я не сокрушим! Я не могу удержать высоту. Ты готов все лето провести с нами, дедушка? Шутишь, наверное. Да я с нетерпением этого жду. Нужно срочно компенсировать перевес. Нет, нет, нет. Не рассчитал. Дети, держитесь крепче. Да где же они? Единственный раз, когда я сам хочу найти гадких Теннисонов, видимость абсолютно нулевая. Опять не везет. Нет, по-моему, сейчас не лучшее время обсуждать выбросы углекислого газа! Только одна семья в мире способна так бравировать современнейшими технологиями. Наша цель, наконец, обнаружена, господа. Зарядить пушки и полный вперед! Ай, зря я не предусмотрел гигиенические пакеты. Да брось. Мы не такое проходили в добрые старые времена. Ну что ж, теперь все поняли, почему это плохая идея играть с новыми пришельцами в экспериментальном воздушном судне. Да, если у тебя получится укротить этих парней, я буду очень рад. Пожалуй, мы и правда погорячились. Да, я ждал целых 5 дней. Еще один погоды бы не сделал. Больше никаких новых пришельцев, пока не спустимся на землю. Согласен. Приятно вновь ощутить себя цельной личностью. И я рада, что ты снова целый, шлепок. Гвен, ты не уговоришь меня называться шлепком. Приятная глазу картина. Дети сидят и вежливо общаются. Макс, берегись! Оу! Это пушечные ядра? Кто обстреливает экспериментальное воздушное судно из пушек? Оу! О, я прекрасно могу себе представить, кто. Скорее, пушки по правому борту! Ну что ж, кто из новичков готов к испытаниям в боевых условиях? Бен! Ах да, мы только что договорились не делать этого на борту. Только проверенные пришельцы. Выпустить воздушные мины. Сейчас они на кусочки разлетятся. Старый друг лучше новых четырех.